Глава администрации Харцевска продолжает практику выездных встреч с населением. Вчера Виктория Жукова вникала в проблемы горожан, проживающих в многоэтажках по улице Постышева. Принять участие в сходе граждан глава администрации Харцевска обычно приглашает начальника управления ЖКХ и директора городской службы единого заказчика, чтобы у харцезян была возможность напрямую адресовать свои коммунальные вопросы специалистам, отвечающим за эту сферу. Ремонт и обслуживание жилого фонда, благоустройство прилегающей территории, покос травы, уборка дворов, вывоз ТБО. Эти и другие вопросы вчера живо обсуждались на встрече. Все вопросы эти мы записали, отработаем обязательно. Конечно, в городе существует острая нехватка дворников, поэтому если есть активные жители, которые готовы возле своего двора наводить порядки, пожалуйста, готов СЭС принимать на работу. И очень нужны люди, очень нужны рабочие руки. Это постоянная нехватка, их везде не хватает, в принципе, по любым городам. Поэтому хотелось бы активизировать жителей, чтобы они приходили на работу и трудились во благо республики. Коммунальные вопросы на этом не закончились. В продолжении темы горожане озвучили проблемы, связанные с перебоями в водоснабжении. Проживающие в доме номер 177 по улице Постышева харцезяне поинтересовались у главы городадминистрации перспективами ремонта дорог во дворах и обсудили некоторые нюансы в работе общественного транспорта на пригородных линиях. Жалобы были на соседей по поводу того, что они выбрасывают строительный мусор, не вызывают специальный транспорт для вывоза. Жалобы были по грунтовым водам в подвале. То есть эти все вопросы будут отрабатываться. В принципе, как бы все взято на контроль, постараемся в ближайшее время выполнить. Актуальную нынче тему паспортизации и оформления СНИЛС участники встречи тоже не оставили без внимания, как и вопросы по трудоустройству граждан через городской центр занятости.